Залатать все прорехи на ноябрьских дорогах в этом году получится едва ли. По словам начальника городского управления ЖКХ ТЭС Дмитрия Шмакова, этим летом на ремонт дорог сумма предусмотрена очень скромно, чуть более 20 миллионов рублей. Так что в наших планах убрать колеи на улице Шевченко в районе перекрестков с Муравленкой и Киевской. Аналогичные работы пройдут и на двух участках улицы Советской. Кроме того, запланирован ремонт улицы Городилова и тротуара на Ленина от Космонавтов до проспекта Мира. А также ряд работ по устройству дорожных знаков и ограждений. При этом обследование городских дорог показало, что целый ряд улиц находится в довольно плачевном состоянии. Это в первую очередь улицы Республики, Энтузиастов и центральный проезд Промзоны. Здесь планируют провести ямочный ремонт. И хотя в бюджете средств маловато, даже для ямочного ремонта, увеличить объемы работ планируют за счет экономии по программе благоустройства города.